Привет всем на канале Farlo TV, игра Assassin's Creed Откровения, мы с вами продолжаем, и вот уже находимся рядом с началом следующего воспоминания. Вам не чуждо сострадание, Эфенди? Вы поможете мне? Да, это правда, я украл фрукты у торговца. Голод совсем помутил мой рассудок. Принеси мне ключ от этих цепей, и я воздам тебе в десятеро. Значит, узник... Помогаем ему выкрасть у стражника из кармана ключ. То есть стражника мы должны... Ну, понятно. Не ликвидировать. При этом еще нужно будет найти стражника. И, видимо, вот этот вот... узник, так называемый, впоследствии кажется ассасином. Достаточно интересно. Такая личность... будет. Может быть, это у него впервые, не впервые, но... Да ладно. А не будем заморачиваться в очередной раз. Нам еще стражника искать, ключ у него забирать. Наверное, это он. Правильно. Отвлекли внимание. Кража прошла успешно. Я его вижу! За ним! Забавно. Мы найдем их всех до единого. Ой-ой-ой. Да вас тут. Куда же он делся? Капитан вернулся, которого мы там ранее преследовали. Ладно, ладно, ребята, вы напросились, хорошо. Замечательно, возвращаемся с ключом. Вот эти вот тоже ходят, может и с ними разобраться. Конец, в самом деле, серьезно, или вы шутите? Вот и все. Мне еще тут ходить. Мне стыдно, Эфенди. Я вернусь к тому торговцу и воздам ему добром, как ты был добр ко мне. Когда снимешь с души бремя греха, Мико, присоединяйся к нам. Честный человек должен честно трудиться. Сочту за честь, Саулюн. Вот так, значит, да? И данное воспоминание мы выполнили успешно. Большое всем спасибо за просмотр, и мы обязательно продолжим. Кстати говоря, теперь мы можем еще вербовать ассасинов.